Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале ТОП и СЁ, и с вами, как всегда, Евгений Игнатов. Представьте себе сеть новой формации, в которой люди, организации и сообщества могут открыто сотрудничать и самоорганизовываться вокруг общих целей и интересов. Такое сотрудничество может иметь любые масштабы. Это может быть кинопроект, в котором участвуют 1000 артистов, новостная сеть, состоящая из 10 тысяч журналистов, либо проект с открытым исходным кодом, в котором работает 50 тысяч разработчиков, мои дорогие друзья. Вы уже, наверное, заинтересованы, что это такое. Мои дорогие друзья, это весьма интересный и перспективный инновационный проект DAO-STACK. Как вы уже заметили, это операционная система для коллективного интеллекта. Вам, наверное, уже возникло много вопросов у вас. Что это такое? Что за операционная система? Для каких коллективного интеллекта? Что она обеспечивает? Какое управление? Все очень просто. Сейчас я вам расскажу простыми словами, что же такое DAO-STACK. Это новый тип операционной системы, в основе ее находится универсальный фреймворк ARC-1. В него входят смарт-контракты, которые обеспечивают децентрализованное управление в блокчейне. Зачем мы создали ее для вас? Благодаря ей множество разработчиков получают возможность вместе создавать децентрализованные приложения, кураторы смогут вместе управлять системами рейтинга, что обеспечивает им высокую конкуренцию с другими сервисами. Кроме этого, автоматические сети могут эффективно управлять своими страховыми и инвестиционными фондами. Я считаю, что DAO-STACK – это новый способ организации компаний от самых маленьких проектов до транснациональных корпораций и стран. Платформа DAO-STACK – это начало новой сети взаимодействия людей между собой, и благодаря ей можно создавать совершенно новую структуру социума по всей планете, мои дорогие друзья. Как вы уже заметили, можно оставить заявку в whitelist. И, кстати, если вас по исходу видео заинтересует данный проект, я рекомендую вам оставить заявочку в whitelist, так как проект весьма интересный. На сайтах с рейтингами ICO он показывает неплохие рейтинги. Я думаю, желающих приобрести его токены будет большое количество. Так, чтобы не упустить свою возможность, все-таки оставьте заявку в вайт-листе, если вы, конечно же, заинтересованы, мои дорогие друзья. Итак, давайте пройдемся немного по сайту и посмотрим, что интересного тут есть. Можно, конечно, подписаться на новостную рассылку. Может, что-то интересное придет, и вы узнаете, и может, тогда вас заинтересует данный проект. Начало ICO, точнее предпродажи, как вы уже заметили, начнется всего через один день, это будет 1 мая. Далее вы можете просмотреть, так сказать, презентацию. Презентация весьма крутая. Создатели на ее, так сказать, создание расщедрились. Очень качественное видео, но оно, конечно же, только, как всегда, на английском языке. Но, мои дорогие друзья, это не беда. Снизу есть субтитры. Кстати, рекомендую просмотреть, очень качественное, красивое видео, очень интересное. Далее мы можем посмотреть, почему миру нужен данный проект и что он полезного нам даст. Далее мы можем просмотреть, что он же все-таки будет нам давать. Управление на основе блокчейн. Механизмы децентрализованного регулирования, в основе которого лежат смарт-контракты Ethereum, обеспечивают безупречную реализацию командных решений. Я считаю, что для идеи данного проекта весьма подойдет Ethereum и блокчейн ERC-20, конечно же, мои дорогие друзья. Так что я думаю, разработчики на правильном пути, то, что они выбрали именно смарт-контракты от Ethereum. Далее, мои дорогие друзья, можно просмотреть, что будет полезного для сотрудничества. Программное сотрудничество, криптономические бонусные стимулирования на индивидуальном уровне обеспечит эффективное сотрудничество на коллективном уровне, мои дорогие друзья. Ну и, конечно же, голографический консенсус. Далее мы с вами наблюдаем основы экосистемы DAO, но мы не будем на этом останавливаться, сами просмотрите. Далее описано о фреймворке ARC-1, о котором я вам говорил в самом начале видео, то, что на нем все будет, так сказать, работать, мои дорогие друзья. И также все это будет работать, структура ARC поддерживается бесконечным количеством элементов управления, структура управления каждого DAO состоит из небольших блоков, и управляющая структура каждого DAO может быть легко модернизирована и адаптирована под использование каких-то новых схем и ограничений, мои дорогие друзья. Далее вот такой вот красивый слайдер, на котором приведены примеры, куда в нашу жизнь может внедриться платформа DAO-STACK и где она все-таки будет полезна, мои дорогие друзья. Далее
о токене Ген. Экономика проекта. Токен Ген — это токен, на котором будет работать на платформе все, мои дорогие друзья. Все финансы и операции будут проходить на токене Ген. Все расчеты, все оплаты, все будет происходить токеном Ген. Как вы уже видели, можно приобрести данный токен, оставив заявочку в whitelist. Кстати, рекомендую все-таки реально поучаствовать в данном проекте. Ну, конечно же, лучше на пресейле, так как шанс то, что если токен сделает иксы, вы заработаете больше, чем на основной продаже, если вы приобретете токены, так как стоимость будет, конечно же, как всегда, на порядок выше, мои дорогие друзья. Далее можно наблюдать распределение токенов Ген. Конечно же, общая эмиссия токенов не вся распродается. Всего выпущено 100 миллионов токенов Ген, 40% только доступно, 40 миллионов будет распродано. 10% будет для команды зарезервированной. Кстати, я читал у них в блоге на медиуме то, что эти 10%, которые у команды, они будут заморожены на кошельках на 2 года, заблокированы. То есть они не смогут их как-то слить. Далее 10% для будущих разработчиков, ну и 40% для платформы Genesis DAO, мои дорогие друзья. Опять предлагают нам подписаться на новостную рассылку. Тут вот можно ввести электронную почту и оставить заявочку, так сказать, на новостную рассылку, и вам на email будет приходить письма. Ну и, конечно же, опять заявка на whitelist. Не дают они все покоя. Также DAO Stack уже интегрирована с некоторыми приложениями DApps. Вы уже заметили, наверное, Sapien недавно проходила ICO. Далее мы с вами можем увидеть, где публиковался в прессе DAO Stack. Ну и, конечно же, команда DAO Stack. Я немножко проникся в историю проекта. Вообще, первыми, так сказать, у корней этого проекта, у начала истории стоит Адам Леви и Матан Цубери. Так сказать, первыми, кому в голову пришла идея проекта, это были они. Они, так сказать, первые, кто это придумал. Далее уже команда собиралась как-то поэтапно, мои дорогие друзья. Далее советники, но тут как-то мне не очень понравилось то, что нельзя посмотреть LinkedIn советников. Но я Даниэля Шахтберга находил в LinkedIn, человек реально существует, он реально участвует в, состоит точнее в адвизорах советниках DAO Stack. Далее дорожная карта, как я уже и говорил, Адам и Матан стояли, так сказать, у старта проекта. Начало это было в самом начале 2014 году. Далее, конечно же, мы уже находимся на данном пункте мая 2018, публичный токен сейл. С 1 мая будет проходить пресейл, мои дорогие друзья, как я уже и говорил. Далее следует очень много интересных пунктиков. Так что, все-таки, если вы поверите в данный проект, а я рекомендую все-таки в него как-то понадеяться на него и часть токенов, купленных на продаже, оставить на, так сказать, будущее. Возможно, если далее все будет реализовываться по дорожной карте, а тут очень много весьма интересных моментов, то, я думаю, токен даст очень неплохой рост, мои дорогие друзья. Ну и, конечно же, все-таки рекомендую, если вы заинтересованы в покупке токенов, изучите команду. Команда, я уже изучил каждого отдельно, реально существующие люди, они участвуют реально в создании платформы DAO Stack. Это не какие-то там фейки, мои дорогие друзья, но все-таки команда — это все, так что рекомендую вам изучить, чтобы вы потом, конечно же, не плевались в меня. Так что команда — это все. Все на плечах команды, вся реализация, так как вы, получается, инвестируете свои деньги, по сути, в проект, но вы инвестируете, конечно же, в команду, мои дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам было полезно мое видео. Пока.